Киев будет отстаивать свои морские права в Гааге. Украина подала в международный арбитраж иск о нарушении России Конвенции ООН. Соответствующее распоряжение подписал президент Петр Порошенко. Речь идет о нарушении России суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе в связи с аннексией Крыма. По словам главы государства, доказательства в течение 3 лет собирали лучшие украинские и международные эксперты. Интересы Украины будет представлять замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Интересам Украины нанесений серьезный ущерб. Ведется незаконный видобуток корисних копалин, ведется руйнация интересов Украины в экономической зоне. Интересы Украины должны належним чином быть защищены.